Добрый вечер, уважаемые дамы и господа. Приветствуем вас на премьере симфонии «Mission to Mars». Проект был инициирован Dakota Music при поддержке культурного фонда Абу-Даби, где имя и творчество Марата Бисенгалиева широко известно и пользуется огромной популярностью. Произведение посвящено 50-летию Объединенных Арабских Эмиратов и запуску миссии на Марс первого спутника Аль-Амаль, что в переводе означает «надежда». Это первый научный полет беспилотных межпланетных спутников, возглавляемый арабской страной. Идея симфонии «Mission to Mars» — отметить достижение человеческого разума в освоении космоса на примере запуска этого марсианского спутника. Международный культурный проект «Mission to Mars» создан интернациональным составом современных молодых композиторов Колтоном Лестером, Великобритания, Ханой Бухрис, Тунис, Ибрагимом Аль-Джунаиби, Объединенные Арабские Эмираты, и Кайзадом Патель, Индия. Художественный руководитель и главный дирижер проекта «Mission to Mars» — скрипач-виртуоз Марат Бисенгалиев. Oh.
сегодня в историческом зале филармонии имени Жамбыла прозвучат уникальные произведения британского композитора и мультиинструменталиста Карла Дженкинса. Марата Бисингалиева и Дженкинса познакомил глава звукозаписывающей компании Sony BMG Крис Крейкер. Дружба почти в 20 лет связывает двух великих музыкантов. Ну а совместные проекты и выступления покорили лучшие мировые сцены и продолжают радовать своих слушателей. Произведения Дженкинса звучат как в лучших залах мира, так и на радио и телевидении. Он считается самым популярным и коммерческим композитором нашего времени. В 2004 году Карл Дженкинс впервые посетил Казахстан по приглашению Марата Бисингалиева. Он был покорен нашим традиционным колоритом и национальным фольклором. Это можно услышать в его сочинениях на казахские темы. Thank you.
Thank you.
Thank you.